Сейчас я вам покажу, как работать со сменой цвета. В принципе, если вы знакомы с программой Excel, все выполняется точно так же. У нас есть заливка, кнопочка, нажимаете и получаете цветовую палитру, которая присутствует для в данной программе. Если вы хотите добавить свой цвет, у вас есть своя пряжа, вы будете вязать другим цветом. Идете в другой цвет, у вас появляется возможность выбрать тот вариант цвета, который наличествует в вашей пряже. Итак, допустим, у вас пряжа не желтая, а ну или синий, возьмем синий, не синий цвет, бегунком доводим до синего и в синем выбираем тот оттенок, который наиболее близок к вашему цвету. Пускай это будет вот такой вариант. Вот он у нас добавился. И теперь синий. Видите, все делается как в Excel. Если у меня какой-то другой желтый, я отмечаю все синие клеточки, выбирая тот цвет, который у меня есть. Например, у меня вот такой цвет. И в итоге я получу вид пледа с моим цветом. Вот он отмечается галкой для того, чтобы вы его не потеряли. И таким образом все синие клеточки я могу заменить на тот цвет, который есть у меня, и посмотреть, как будет выглядеть. Очень все просто, очень все. Так, не тот цвет залила. Вот этот. Конечно, как. Так. Внимательно выделяйте. Конечно, какое-то время на это потратить надо будет. При нажатии кнопки Ctrl вы можете выделять сразу несколько фрагментов. Вот как сейчас у меня, видите, много одиночных клеточек. Я их всех выделяю, держа палец на кнопке Ctrl. И выбираю цвет. Таким образом, я поменяла цвет на тот, который есть у меня. Максимально близкий к той пряжи, которую я имею. Я могу посмотреть, как это будет выглядеть, насколько красив будет плед в таком варианте. Если вы хотите сделать плед поуже, пошире, посмотреть, как он будет в других масштабах, есть тоже такой небольшой секрет. Выделяете все клеточки пледа и, дождавшись, когда у нас появляется стрелочка, вы можете раздвинуть плед, либо наоборот, сделать его совсем маленьким. То же самое с вертикалью. Стрелочку получаем и делаем квадратик. И я вижу маленький-маленький пледик, как он будет смотреться издалека. Это что касается замены цвета. Сейчас буквально пару слов, как работать с табличкой полос. Вы видите полосы, вот они идут, синие, белые. Ну, то, что мы цвета наменяли, а так синее, желтое, много синих, три голубых, много синих, желтое, синее. Все эти полосы у вас расписаны в прилагаемом файле, файл в Excel. Я рекомендую вам его распечатать. И когда я вязала, я вам показываю в уроке, как я пользовалась этой табличкой. Я ее распечатала, держа в руках, поскольку у меня два элемента каждый раз вяжется. Первый он в одном экземпляре, все остальные вяжутся по два. И с двух сторон подшиваются к основе, к первому. Так вот, каждый раз, когда вы провязываете, ставьте галочку напротив провязанного элемента. И таким образом вы не ошибетесь. Один синий, два белых. Давайте вот то, что я вам показывала. Вот он. Один синий, 8. Ну, там были желтых, один голубой, так где у меня были. Вот, вот этот я вам показывала. Один синий, один желтый, 6 синих, 3 голубых, 6 синих, один желтый, один синий. Это вот он наш элемент. Один синий, один желтый, 6 синих, 3 голубых, 6 синих, один желтый, один синий. Таким образом, вы не запутаетесь. Это 14 элемент. Вы его подшиваете и получаете вот такой вот вид пледа. Вот это наш 14, 15 и 16 элементы. Все элементы расписаны. Вы можете распечатать этот плед, если хотите. Вы можете плед
держать в таком виде. Вы можете плед растянуть. Я вам даю вариант с растянутыми полосками. Но самый лучший вот этот вариант, когда вы распечатываете самый простой экселевский вот этот файл и четко по текстушке, вот по этим текстовым, по этим табличкам провязывайте полотно. Самый надежный способ, не ошибетесь. Работайте, вяжите, а как вязать, сейчас будем с вами разбираться. Начинаем вязание первого элемента. У нас есть таблица. Можно смотреть по таблице с цветом. Вот он наш первый элемент, у него есть номер 1, 2, 3, 4, 19. Количество провязываемых рядов можно смотреть здесь. Мне удобнее по расписанным словами табличкам. То есть один синий, один белый, один — это значит один блок. Мне это 12 рядов. Я набираю 10 петель, провязываю один блок синий, один белый, два рыжих и так далее. То есть вот по этому списку. Каждый раз, когда провязываю, ставлю галку. Поскольку первый элемент у нас будет первый, он центральный, все остальные элементы будут по два раза, то есть дублируются. Первый он один центральный, вот он центр, и в две стороны пойдем соединять. Поэтому начиная со второго элемента у нас пойдет две одинаковых детали. Ставим одну галку и рядом с другую. И тогда я понимаю, что я все провязала. Итак, вяжем первую деталь, передо мной список. Рядом лежит ручка, которую буду ставить галку каждый раз, когда провяжу какой-то элемент. Первый синий. Один раз. Беру синюю деталь. Деталь, конечно, пряжу. 10 игл. Поскольку у меня очень маленькие детальки, очень узенькие, очень тоненькие, цветов много, смена постоянная, я даже не заправляю их нитевод, держу рукой, потому что постоянно менять в нитеводе нить, но это выше моих нервов. Итак, 12 рядов. Цвет будет другой, поэтому я спокойно отрезаю синий, беру ручку, ставлю галку, синий провязываю, один белый цвет, и белый один, 12 рядов. Отрезаю. Опять один синий. Два рыжих. Двенадцать. Один раз, мне надо два. Один белый, отметил два голубой и так далее. То есть вот таким способом я не
Навяжу лишнего, ничего не пропущу, то есть провязала блок, поставила галку. Когда я буду вязать блоки двойные, то есть по два элемента, я беру и провязала первый блок, поставила галки с правой стороны, провязала второй блок, ставлю галки с левой стороны, например, чтобы не заблудиться и тоже не потеряться. Сверху, снизу, снизу вверх, там неважно, потому что наш плед состоит из полностью симметричных деталей. Справа, слева, сверху, снизу. Есть централь, есть вот, как бы поделено на четыре части. И они абсолютно симметричны. Поэтому можете начинать сверху вязание, можете начинать снизу ставить галки, ничего не изменится. Итак, наша задача для того, чтобы начать соединение, провязать первый элемент полностью и соединять. Начнем уже наш плед после того, как провяжем две вторые детали. То есть для того, чтобы что-то соединять, не нужно иметь хотя бы две детали. Но раз уж вяжем вторые, давайте свяжем обе. Так, провязываем три детали и будем их соединять между собой. Итак, провязали три элемента. Первый и два вторых. Абсолютно одинаковые. Совет такой, каждый раз, когда вы провязываете деталь, сложите ее пополам, убедитесь, что она симметрична. Тогда вы не ошиблись. Если где-то ошиблись, надо переделать. Так, у меня есть центральная деталь, вот она. И она первая, и две вторых. И сейчас моя задача их соединить. Я знаю, что длина одного элемента 3,5 сантиметра, чуть больше 3,5 сантиметра, 12 рядов. Это соответствует 9 иглам, 9 петель. То есть я сейчас беру первый элемент, вот этот, и надеваю на иглы машины так, чтобы каждый элемент у меня находился на 9 петлях. То есть 9 игл, здесь 2 элемента, значит 18 игл, 9, 18, 9, 9, 9. Смена цвета всегда приходится на то расстояние, которое между иглами. То есть менять цвет на игле мы не будем, у вас будет перекос. Смена цвета всегда между иглами. 9 игл, 1 блок. И таким образом знаю, что у меня 19 элементов. Девять умножить на 19, надо 171 иглу. 171 игла. Сейчас делаем на машине разметку, чтобы не ошибаться. И будем соединять наши детали. Можно связать все детали и соединить их потом. Самое главное, не забывайте подписывать номера. Ставьте нумерацию, чтобы не запутались. Можно связать элемент, соединить, связать, соединить. Тогда и подписывать не надо, все будет само собой. Первые образцы, первые элементы я отпарила для того, чтобы вам было видно. Следующие отпаривать не буду и вам не советую, потому что такие длинные, тонкие полотна очень легко деформировать при отпаривании. Они вытянутся, их надо будет присобирать. Это нехорошо. Поэтому лучше собрать изделие, потом его полностью обработать паром. Тогда оно будет лучше выглядеть. То есть не будет вот этих перетянутых и запаренных полотен. Поэтому идем сейчас на машинку, надеваем полотно, каждый элемент на 9 игл. И будем соединять. Распределили иглы. 9, 9, 9, 9 отметила на машинке девятки, для того, чтобы мне каждый раз не приходилось считать. Если у вас метки хранятся на машине, если вам они не будут мешать для вашей работы в процессе вязания пледа, то есть если вы будете вязать что-то еще и метки вам не помешают, оставляйте их. А так вы знаете, что быстренько набрали по 9 игл и начинаем собирать полотно на иголке. Надеваем первую деталь на иглы по разметке, лицом к себе, поскольку у меня шов будет находиться внутри. Есть метка, есть смена цвета. Между сменой цвета надеваю за полный петельный столбик. Можно за протяжку, я надеваю за петельный столбик. Один элемент, 9 петель. У меня 2 элемента, значит 18 петель. Смену цвета оставляем между иголками. За полный петельный столбик. Надеваем деталь. Вторую деталь сверху будем надевать по точно такому же принципу. На эти же иглы
по этой же разметке, несмотря на то, что цвета могут не совпадать. И так далее. Первая деталь полностью надевается на иголки четко по разметке. Если вы не будете следовать разметке, у вас весь плед разъедется, он не будет ровным, аккуратным. Соединили две детали и сейчас начинаем закрывать петли. Петель нет, есть только два полотна, и буду делать закрытие обычной косичкой. Соединение на машине не даст стянуться, растянуться. У вас все детали будут одного размера. Это очень удобно. Что делать с хвостами? Предлагаю вам убирать хвосты прямо в процессе соединения. Так, у меня есть голубой хвост, синий хвост и белый хвост. Синий хвост делаю обвитие. Раз, два, три. Количество обвитий зависит от степени того, насколько скользкая пряжа. У меня пряжа не скользкая, трех достаточно. Белая. Раз, два, три. И какой-нибудь грузик, оттяжечку на оба хвоста. После того, как вы закроете петли, эти хвостики можно будет под корень отрезать. Все, они уже никуда не денутся. Белый, раз, два, три. Синий, раз, два, три. Грузик. Если у вас нет грузика, можно обычные прищепки взять, можно что угодно оттянуть. Будет отлично держаться. Раз, два, три. Если несколько прищепок у вас, можно их использовать по очереди. До следующей части хвостов стегнули эту прищепку, пошли туда. Итак, обычное стандартное закрытие косичкой. Как вариант. Вы можете пользоваться своим способом закрытия, если вам не нравится такой. Я выбрала синий цвет, его больше всего, мне так кажется, в нашем пледе. И вот дошли до обвивов. Идем дальше. Хвостики плелись в косу, в косичку, и больше они мешать не будут. То есть занимает это времени совсем немного, но зато вам вообще больше не нужно будет думать о хвостах. То есть мало того, что вы быстро соединяете плед, провязали детали, соединили, вы еще и не будете заниматься тем, что убираете хвосты. Таким образом, каждый раз после того, как вы провязали деталь, не надо ее отпаривать. Вы ее сразу надеваете и присоединяете к предыдущим. Если будете вязать, провязывать деталь, сразу надевать и соединять, то есть плед наращивать постепенно, не нужно подписывать элементы, ничего не нужно. Они у вас абсолютно симметричны. С правой стороны, либо с левой вы надеваете, вообще без разницы, потому что плед симметричен во все стороны. Вот я убираю. Груз. Отрезаю хвостики. Их больше нет. Они вам не мешают. С обратной стороны. Вот он наш плед. И здесь никаких хвостов нет. Все абсолютно чистое соединение. Все очень ровно, гладко, аккуратно и симметрично. Все четко. То есть если вы так будете соединять ваш плед, вы это сделаете очень быстро. И не нужно будет потом заниматься хвостами. Поэтому следите, чтобы у вас хвосты все время находились с одной стороны. То есть если у вас хвосты соединяете, пускай будут они на верхней детальке. Когда будете соединять, эта деталь пойдет вниз. Хвостами вот сюда, на внешнюю сторону. Все. Я думаю, что никаких проблем не будет, и сделать вы это очень быстро. Соединяйте до конца, переворачивайте, и, надевая вторую деталь симметричную, делайте то же самое с обратной стороны.
Таким образом, соединяйте все детали. Провязали, соединили. Либо связали массу деталей все и просто по очереди соединяете, не отпаривая элементы. Они у вас получаются вот такие вот жгутики. Вы подписываете их, складываете, а потом просто с одной, с другой, с одной, с другой наращиваете ваше полотно. Если вы делаете по своему размеру, у вас, естественно, машину, ваш плед не помещается. Поэтому частями надели какую-то часть пледа на машинку, на иглы по разметке, соединили, передвинули. И таким образом у нас сразу уходит все вот эти нитки, хвосты. Здесь я три хвоста оставила для своих целей. Для вас показываю, что в процессе соединения вот никаких хвостов. Все очень чисто, ровно, аккуратно. Смотрите, чтобы у вас каждый раз, когда вы надеваете хвосты, оставались с внешней стороны и только с одного края. То есть, чтобы и сверху, и снизу были хвосты, так не делайте, потому что вам будет тяжело их потом прятать. Поэтому первая часть вот здесь, видите, хвостов нет. Надеваете первую эту. Следующий элемент у вас будет, вот сейчас два элемента, третьих. Надели на машинку хвост, часть без хвостов. И смотрите, какой соответствует. Вот этот с хвостами, вот этот сюда надеваете. Дальше. Этот элемент надеваете сначала на машинку третий. Вот он без хвостов пойдет. И вот эти вот части с хвостами надеваете, то есть меняете их местами так, чтобы вот эти вот хвостики у вас все время были только с внешней стороны и с одного края. Прежде чем надевать на машинку, лучше завязать узелочки, потому что узлы завязывать на машине неудобно. Итак, надеваете частями, надеваете так, чтобы у вас хвосты были только с одной, с внешней стороны, тогда их будет легко убирать. Убираете их сразу в процессе вязания, это занимает буквально минуту. Но зато каков эффект, у вас сразу готовое изделие. И не отпаривайте заранее детали, потому что они могут, видите, деформироваться, терять форму и вид. Когда мы соберем весь плед, тогда его можно подпарить, чтобы он выровнялся и лег ровненько, и именно так, как нам нужно. Принял нашу форму и размер. Итак, вяжем плед восточный. После того, как вы присоединили заключительную полосу синюю с красными хвостиками, это была 16-я часть, плед, в общем-то, готов. Его можно оставить в таком виде, можно ему привязать окантовку. Но это уже на ваше усмотрение. Мне самое главное показать вам узор и как он, из каких частей он состоит и как собирается. Если вы хотите оформить крантик, оформляйте, у вас будет плед иметь еще дополнительную рамочку. Если вам не хватает буквально несколько сантиметров до какого-то размера, рамочка вам поможет. Плюс к этому рамочка может оформить края. Подвяжите все узелки и спрячьте их внутрь. Если вы туго затянете место соединения, в принципе, оно будет смотреться нормально. Его надо подпарить и, в общем-то, можно оставить и так. А можно оформить кантик на ваше усмотрение. Итак, наш плед восточный готов. Я надеюсь, что вы получили изделие, которое будет вас радовать вас и ваших близких. Не забывайте заходить на наш канал. Обещаю выкладывать вам новые идеи для того, чтобы вы получали положительные эмоции. Ваша Наталья Некрасова.